Глава региона Даниал Ахметов провел специальное совещание, посвященное предстоящей выставке артефактов из Восточно-Казахстанской области в Кембридже. 27 сентября в музее Кембриджа состоится масштабная выставка «Золото Великой степи». Большая часть экспонатов уже отправлена в Англию. Глава региона Даниал Ахметов отметил, что новость об открытии выставки была опубликована во всех крупных таблоидах Великобритании. Экспозиция вызывает большой интерес у английской публики, и нашей области есть чем удивить англичан. Помимо золотых артефактов, подготовлены сувениры для посетителей. Для наибольшего погружения в историю на выставке будет исполнена фольклорная музыка. Тонкая ювелирная работа и отличная сохранность экспонатов удивит даже самую искушенную публику. Также стоит отметить, что это событие в рамках 30-летия независимости имеет большую значимость, так как для казахстанской науки и в целом для культурного наследия Великой степи открываются новые горизонты.